Всем привет, дорогие друзья! Недавно я заикнулась про свои лепешки, сыроеденческие печеньки и решила вам сегодня показать их в рецепте, как я их делаю. Ну что, для начала идут грецкие орешки, 100 грамм, потом у меня идет отмоченный где-то 100 грамм зеленого изюма, это может быть любой изюм, и вообще можете не класть изюм. Дальше у меня идет лен. Лен — это очень важная составляющая, потому что она дает вязкость. Дальше чио-семена. Кроме этого идет у меня черный кунжут, и также идет у меня размолотые семена льна, как опять сказала, они создают именно эту самую вязкость. Дальше я не могу вам не похвастаться своим новым супер-блендером, который я сама себе купила, и я просто в восторге от него нахожусь. Сделала видеообзор, но, как обычно, не выложила его. И в него я сейчас делаю жидкую основу. Я выливаю кокосовый сок из кокоса, беру воду. И вода нам нужна, чтобы все семена пропитались за определенное количество времени. Даже у меня идут фиги, это по вашему, опять же, желанию. И бананы, это могут быть яблоки, это может быть морковка, это может быть яблоко-морковка, это может быть вот все, что вам, сливы. Да, я считаю, что абсолютно все может быть основой вот этой жидкой, которая будет давать как бы вкус. Но бананы, они, естественно, очень прикольные и очень вкусно идут именно к этому рецепту. Ну что, я вставляю свой супер-блендер, там у него много всяких режимов, он со льдом творит вообще чудеса, льда нет, так что вот он быстро перемалывает все мои содержания, всякие вот такие вкусняшки. И да, и в принципе, жидкая основа готова, я это все переливаю в свой состав. Теперь я буду делать вторую жидкую основу. У меня идут остатки бананов туда, потом идут кокосы. Кокос, почему я решила это сделать кокос? Ну, блин, кокос дает реально вот такую изюминку этим печеньем. Я очень люблю добавлять кокос. Опять же, водичка, и все это перемешивается вот до такой однородной кашицы. После этого я опять же это все вот так вот зверски выкидываю пялочку, в мисочку, и все перемешиваю. Надо все это перемешать до однородной массы, так как мы это будем сейчас оставлять аж на 14-15 часов в холодильнике, чтобы это все пропиталось, чтобы все цельные зерна и все они бы как бы впитали в себя всю воду. Да, мы их очень хорошо перемешиваем и оставляем в холодильнике на самой низкой полке. Не надо самую холодную, низкую самую полочку. И вот так вот мы это все оставляем. Вот так вот. Да, вот очень красиво. Прямо скульптор. Ну все, прошло наших 16 часов у меня получилось. Так, по-другому никак. И сейчас нам это все дело надо перемешать. И я сейчас это все перемешиваю. Довольно сложно поддается, так как, опять же, уже сказала, что и чио-семена, и лен, они сделали такую реально жесткую основу. И теперь я просто выкладываю свои штуки. Почему у меня такая сеточка лежит на дегидраторе? Да потому что у меня такие в самой дегидраторе большие решетки, а эта сеточка маленькая решеточка, и ничего не вытекает из самих котлеток, самых лепешек. И очень мило получается, так что да, и в общем я вот сейчас вот буду лепить прямо лепщик котлет. Очень быстро это на самом деле лепится, буквально за минут 7-8 у вас целых 5-6 противней вот этих дегидраторского искусство готово, и вот у меня их ровно 5 этих, и в общей сложности у меня 20 лепешек. И я ставлю температуру 38 градусов, у меня обычный дегидратор, почему 38, это температура солнца, и на таком температуре как раз овощи и фрукты не теряют своей ценности. Ну что, вот и финальный результат, через 24 часа я сушила в дегидраторе в ровно сутки у меня, да, долго, я понимаю, но, блин, результат того стоит. Вы не думайте, что я их буду съем буквально за день. Нет, далеко не за день. Они у меня, наверное, до октября будут тусить у меня в полочке. Их не надо никакого. Они просто сухие, они не портятся, с ними ничего не становится. Я рассчитала специально для тех, кто будет сразу же ругаться, что они пипец какие калорийные. Да, на самом деле у них 230 калорий в каждой печеньке, они где-то по 45 грамм, и в каждой где-то 230 калорий. Но если подумать о том состоянии, которое он пользует, всего, что он принесет для его организма, это на эту жертву, я считаю, стоит пойти. Так что, если вам понравился рецепт, ставьте пальцы вверх. Спасибо огромное, что вы остаетесь со мной. До скорой встречи. А-та-та!